Добрый день! Сегодня хочу анонсировать еще одну программу интереснейшую. Называется «Стыд». В принципе, аналогов, сразу говорю, нету. Это наработки инфодайвинга. Почему мы взялись за эту тему? Очень часто у человека бывают, я назову это затыки, когда он не может выстроить гармонию. Не может выстроить гармонию в сексе, не может выстроить гармонию с деньгами, в отношениях, не может проявиться, потому что он зажат, закомплексован, у него срабатывает совесть, у него срабатывают программы стыда. Стыдиться можно чего угодно. Можно стыдиться тела, можно стыдиться отношений, можно стыдиться себя, своих каких-то проявлений и так далее. Но это все целые блоки программного обеспечения в подсознании человека. И если человек будет по одной программе лазить туда и отменять, то ничего хорошего этого не дает. То есть это неэффективные методики. И на сегодняшний день из того, что мы имеем на рынке психотехник, мы видим действительно неэффективные психотехники, которые рассчитаны на годы работы, но при этом у человека нет выхлопа. Когда мы занимаемся инфодайвингом, нам надо выхлоп быстро. Нам надо очень быстро убрать мешающие программы для того, чтобы мы могли грузиться в себя. И в данном случае программы стыда, они действительно наносят непоправимый вред человеку. То есть они не только мешают ему работать, да, но они и сказываются на качестве его жизни. А когда что-то в жизни человека цепляет, он вынужден возвращаться в объективное восприятие и тогда не может погрузиться в субъективное. Таким образом, мы теряем своих учеников еще на подходе. Человек уходит в программы ума, представления и так далее и начинает играть в игру непонятную. И у него нет тогда действительно результатов в работе с другими людьми. Поэтому мы специально вынесли тему стыда отдельно. Точно так же, как вы могли обратить внимание, у нас будут еще отдельные такие однодневные программы. В ближайший понедельник стартует курс «Стыд». Интереснейшая программа. Пройдет с 19 до 22 часов. У нас будет 3 погружения в себя. Мы будем сносить блоки. Кроме того, будет теоретическая база. Все как на нормальном обучающем курсе. При этом каждый проработает себя. И опять-таки, эта проработка будет идти с грифом «Внутренняя отладка». Есть моменты, которые мы вам поможем осознать и перезапустить в вашей жизни для того, чтобы в инфодайвинг вам было двигаться на порядок проще. Итак, если вы захотите принять участие, программа дешевая. Вы можете подключиться к платформе sabrishin.com, открыть свой кабинет, найти программу «Стыд». Она будет однодневной. Оплатить и в назначенное время принять участие. Я не помню точно дату, поэтому дату посмотрите на платформе sabrishin.com. Знаю, что в понедельник. Наверное, в этот. Приглашаем, ждем. Если вам интересен стыд и интересно разобраться, что с ним делать и как его отработать, и как убрать из себя хороших девочек, мальчиков, как выстроить гармонию в своей жизни, мы приглашаем вас на этот курс.